Всем привет, с вами канал Автоток. В данном обзоре у нас штатная магнитола в стиле Tesla для автомобиля Hyundai Sonata. Пластиковый корпус, повторяющий форму головного устройства, встает на место щелей, зазоров и прочих доработок. Подключение pin-to-pin, наличие специальных фишек облегчает, собственно, подключение к бортовой сети автомобиля и без вмешательства в провода. Так выглядит рабочий стол. На дисплее 9,5 дюймов, хорошее разрешение, качество картинки тоже отличное. Можно менять заставочку, мелочь, как говорится, приятно. Собственно, сам климат уходит часть сюда, часть на механические кнопочки. Вот. Что касается характеристик, то данный девайс у нас обладает стандартной конфигурацией для Tesla. Это наличие 4-ядерного процессора с хорошей частотой, 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной, Android версии 7.1.1, вполне себе неплохая версия. Но в целом хорошая прошивка и конфигурация. По основным приложениям все самое необходимое имеется. Навигация, Google карты стоят по умолчанию. Есть возможность установки различных навигационных систем помимо нее. То есть, если у вас уже есть какая-то больше полюбившаяся вам приложуха, то можете поставить ее, и все здесь будет работать. Радио тоже есть. Хороший прием сигнала, отличный усилитель стоит, прекрасно воспроизводит звук, даже на штатных колонках, поэтому с воспроизведением и с качеством звука проблем не будет. Есть переход на эквалайзер, тут 7-полосный такой простенький эквалайзер, но в целом для настройки подойдет. Аудио-видеоплеер, раз уж про звук заговорили, поддержка большинства форматов медиафайлов, как с внутренней памяти, так и с внешних носителей типа USB-флешки. Можно слушать музыку, смотреть видео. Вот, без проблем все это есть. Bluetooth, само собой, синхронизация с консоль-гарнитурой, со смартфонами различными, можно подключить UBD-адаптер и множество других устройств, которые поддерживают Android по Bluetooth. Есть набор с номера, набор с магнитолой номера, синхронизация и передача изображения, звука, файлов. Без проблем все это можно сделать. И стандартный набор приложений Android. Это Play Market, Chrome, браузер, как говорил уже, Google карты. В общем, все самое необходимое имеется. Да, еще забыл сказать, есть возможность подключения камер через RCA-провода, которые в комплекте идут. У нас на сайте большой выбор как штатных, так и универсальных. То есть можете что-то подобрать и в комплекте с магнитолой прикупить. Так, есть также настройки кнопок руля для большего удобства управления магнитолой, не отвлекаясь от дороги. Все это делается через меню настроек. Для доступа в интернет есть возможность подключения к сети Wi-Fi, либо через подключение USB модема, который, собственно, у нас на сайте также есть. Можете посмотреть. Ну, климат я уже показывал. Ну, вот, все самое необходимое есть на магнитоле. Такая стандартная Tesla. Приятный дизайн, прекрасный функционал. Вот, отличное качество. Гарантия 11 месяцев на магнитолу. Отправка по всей России есть транспортными компаниями либо почтой. Если оплата нужна платежом, то есть только при получении. Если вдруг какие-то сомнения испытываете, то вот это как раз для вас. Ну и постгарантийное обслуживание, техническая поддержка. Если какие-то вопросы возникают в процессе установки или эксплуатации, всегда можете уточнить у менеджера. Что касается комплектации, то помимо головного устройства идут фишки подключения питания. USB кабель в количестве двух штук, два разъема. Собственно, тюльпанчики. Очень много их. Они под аудио, под видео. Можно подключать дополнительные, как видео я уже говорил, видео, так и аудио устройства, типа колонок, сабвуферов. И GPS-модуль с Wi-Fi антенкой, усилителем. И вот такая вот планочка дополнительная. Вниз крепится при установке. Ссылка на магнитол будет под видео. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр.